День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я Абик Елкин, Олег Пека. Сегодня мы вот такой необычный, может быть, в необычном формате проводим утренний эфир. И связано это с тем, что у нас сейчас на прямой связи посредством Zoom известный российский кинокритик и журналист, долгое время возглавлявший журнал «Искусство кино». Я думаю, на постсоветском пространстве, наверное, этот журнал известен каждому киноману, да, наверное, ну, уж специалисту киноиндустрии точно, да, Олег? Обязательно. Нет, конечно, это была практически вот такая отдушина еще с времен перестройки, когда в 80-е годы он был таким флагманом свободной мысли и печатал очень такие яркие провокационные материалы. Антон Дольный сейчас у нас на прямой связи. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Да, вы сейчас находитесь в Латвии, я так понимаю, в свете вот фестиваля документального кино. Вот, Арт-Док-Фест Рига, который проводит... Который уже завершился, но... Да, фактически. Манский, может быть, несколько слов об этом, и почему вы приняли решение приехать в Латвию? Я так понимаю, что вы решили здесь задержаться по понятным причинам. Да. Ну, меня звали на Арт-Док-Фест еще до начала войны и всех этих трагических событий, которые сейчас происходят. И я просто хотел туда поехать, потому что журнал «Искусство кино» освещает Арт-Док-Фест с основания этого фестиваля. И до того, как он был здесь в Риге, в Латвии, это был московский фестиваль, потом фестиваль в нескольких городах России проходивший. Вот, в прошлом или позапрошлом году он фактически окончательно переехал сюда по понятным причинам. И когда началась война, я решил сразу, что, видимо, не будет никакого фестиваля, и я никуда не поеду, и вообще не до того. Потом прошло 2-3 дня войны, и стало понятно, что даже какой-то минимальный протест очень опасен сейчас в России, и почти невозможен, и что вообще все рушится, исчезает. И мы решили, что мы приедем сюда, пожалуй, что со всей семьей, и побудем здесь какое-то время. Ну, вот, собственно, и все. Если говорить о фестивале, то да, я, несмотря на как бы шокирующую обстановку и контекст, посмотрел на нем несколько замечательных фильмов. Арт-Док-Фест держит планку. Это всегда очень высокого уровня фестиваль был, и думаю, что останется всегда таким. Да, я надеюсь, что он останется, никуда не денется. И как это иногда бывает, случаи с даже игровым кино, и тем более с документальным, фильмы были сняты чуть раньше, а отражают они сегодняшнюю реальность все равно. Например, в конкурсе «Балтийский фокус», тут два конкурса есть, основной «Балтийский фокус». В этом «Балтийском фокусе» победил фильм «Этот дождь никогда не закончится». Это украинский фильм, украинско-латвийский, о войне. Там война на Донбассе, главный герой курдско-украинский молодой парень, волонтер Красного Креста, который в зонах боевых действий волонтерит. И, ну, как бы, это фильм сделан на событиях 2-3-летней давности, но, конечно, ты его смотришь почти как репортаж из сегодняшнего дня. Угу. Ну, или две документалки о протестах в Беларуси и одна о протестах в России. Это снималось в России год назад, в Беларуси полтора года назад, но, как бы, что с того? Мы это видим, в этом практически репортаж сегодняшних московских или петербургских улиц. Поэтому, ну, настолько, насколько сейчас вообще возможно думать хоть о чем-то, кроме войны, эти фильмы, этот контекст заставил в очередной раз задуматься просто о том, как искусство всегда находится в диалоге с реальностью и со всем происходящим, как искусство осмысляет это происходящее, даже когда вроде бы не ставит себе цель этого осмысления. Специально эта цель не ставится, и все равно это происходит. Вот. Мы очень много, кстати говоря, в «Искусстве кино» об этом писали и пишем, о том, как иногда помимо воли продюсеров или режиссеров, искусство, кино, и любое другое искусство говорит о реальности. Вы знаете, я, например, вчера весь день вспоминал, я был в Риге на Арт-Док-Фесте год назад. Это был ковидный Арт-Док-Фест, такой очень странный. Был запрещен публичный показ. Показы были во всяких странных местах, под открытым небом в основном. Вот, я был в жюри.
И как раз я с собой взял, дочитывал ее по дороге, книжку новую Владимира Сорокина, который сейчас тоже очень резко осудил войну, конечно же. Он замечательный, порядочный человек, кроме того, что выдающийся писатель. Вот последняя его книжка, которая является продолжением его «Метели». Вот, и там апокалиптическая история из вымышленного будущего, мы видим распадающуюся в очередной раз Россию, неожиданно начинающуюся очередную мировую войну, герой-интеллигента, который теряет дом, и также там присутствует персонаж, клон президента России Владимира, там нету его фамилии, просто это президент Владимир, у которого весь лексикон сводится к одной единственной фразе. Он говорит: «Это не я». Вот, и вот год назад я здесь, в Риге, это читал, думал о том, как это забавно. А вчера я прочитал в новостях, как министр Лавров сказал, что мы не нападали на Украину. И подумал, что, блин, вот все-таки искусство, оно всегда что-то знает больше, чем знают люди. Я не знаю, как это происходит, это какой-то мистический процесс, но вот он существует. Вот как раз о мистическом процессе на днях, по-моему, где-то вы сказали, что атмосфера сейчас, и не только, наверное, в России, как вот обстановка такая 39-40 года, такое вроде бы и беззаботное, но такая вот тревога витает в воздухе. То есть вы вообще полагаете, что Украина не закончится, дело? Слушайте, я полагаю, надеюсь, что в Украине закончится дело очень скоро. Я очень хочу верить, что этой войне осталось недолго. Я читал вчера у кого-то из исследователей, не помню у кого. Непонятно, какова сегодня цена всем этим экспертизам. Может, она очень маленькая, что через неделю все кончится. Кончится война. Мне кажется, вообще, прежде чем что угодно говорить, что угодно предполагать, первое, что мы должны вообще все сделать, это желать того, чтобы закончилась война, чтобы прекратились боевые действия сначала, а потом прекратилась война как таковая. Дальше можно наказывать виноватых, посыпать голову пеплом, говорить, а как же русская культура. Это все потом. Это все потом. Война должна закончиться. Беженцы должны вернуться домой, смерти должны прекратиться. Я надеюсь, что это не начало какой-то реально Третьей мировой, и что агрессия России и Путина не продолжится в сторону других стран. Вы же, наверное, об этом спрашиваете. Да, конечно. Но я же... Сами понимаете, я же, ну вот вы радиоведущий, я кинокритик, что я об этом знаю-то? Абсолютно ничего. У меня нет никакого здесь, никакого добавочного знания к знаниям, которые разделяем мы все. Ну вот вы говорите о том, что вернутся беженцы, а ведь известно, что из России, ну просто начался какой-то массовый исход, ну, интеллигенции, людей, которые неравнодушных. Вот как вы оцениваете масштабы этого исхода и вернутся ли они после окончания боевых действий, потому что, ну понятно, что в России-то ничего не изменится. Ну, если ничего не изменится, то не вернутся. Почему вам это понятно? А что вы об этом знаете? Я ничего не знаю, например. Мне лично кажется, что то, что происходит сейчас, это начало конца нынешнего правящего режима в России. Если вы меня спросите, как этот конец наступит, я не знаю, не имею никакого понятия. Если спросите, когда это случится, тем более не знаю. Но ощущение есть. Мне кажется, что... Ну, просто сейчас происходят те вещи, которые не могут быть чем-то нивелированы, уравновешены, забыты и прощены. Вот а и почему? Все. Вот мы же видим, что есть определенная сюрреалистическая картинка. Вот вы сами сказали, что министр иностранных дел вчера сказал, так мы не нападали на Украину. Это значит, условно говоря, проводя эти параллели, через неделю они скажут, мы на Украине победили. И кто не будет использовать слово «победа», будет, в принципе, то же самое с теми, ну, которые враг использовали народа. Слово «война». Ну, все. Да, нет, тут вы, конечно, правы. Мне просто кажется, что победу Путина и России в Украине я себе представить не могу. Потому что сейчас, по сути дела, Путин воюет не с Украиной, а со всем миром. Против него весь мир. Есть несколько нейтральных стран, но нет никаких союзников. Даже Лукашенко изо всех сил дает понять, что он не союзник. Китай. Вот. Китай тоже не просто хранит нейтралитет. Вот. Это не союзники. Союзники – это те, кто вместе с ним, кто будет поставлять сейчас Путину оружие, никто не будет. Ты не можешь выиграть войну один против всего мира. Это невозможно.
мы оставим здесь в стороне вопросы, кто прав, кто виноват, кто начал, да, допустим, даже Лавров во всем прав в своей этой сумасшедшей картине мира. Это не имеет значения, это ничего не меняет. Ты не можешь выиграть войну против всего мира. Значит, ты ее проиграешь. Значит, она уже проиграна, сколько бы она еще ни длилась. Теперь следующий вопрос. Если война проиграна, что именно позволит, кроме грубого принуждения, заставить свой народ поверить в то, что она на самом деле выиграна? И, наконец, если война проиграна, агрессор, который проигрывает войну, можно ли себе представить, что он остается при всех прежних своих, и что победившая сторона не ставит ему каких-то условий? Мне кажется, этого представить себе невозможно. Эти условия будут поставлены. Потому что мир хочет не просто того, чтобы армия ушла российская с территории Украины. Мир хочет, чтобы Россия за это ответила. Но как ты будешь отвечать, если ты продолжаешь всем твердить, что ты победил? То есть это какие-то вопросы, это какие-то парадоксы, петли логические или абсурдистские, из которых нет никакого выхода, в которых Россия остается победителем или чувствует себя победителем и так себя ведет. Вот, если вы спрашиваете о том, будет ли в России большое народное восстание против власти, я уверен, что нет. И это и раньше было маловероятно, сейчас это просто технически невозможно. Потому что все армии Путина, у него не одна армия, а много, у него есть Росгвардия, есть ФСБ, есть милиция, полиция, она же. Вот, они все направлены даже не столько против оппозиции, допустим, не очень многочисленной, но против народа как такового. Кто-то не в ту сторону моргнет, какой-нибудь учитель в школе что-нибудь не то скажет, и против него вся мощь государства будет направлена. Вот. Те украинцы, которые говорят, а что же вы не выйдете на улицу жечь покрышки и протестовать, они просто не жили никогда в путинской России, не представляют себе, что это такое государство, в котором нету, в отличие от Украины, ни независимого парламента с оппозиционными партиями, ни оппозиционной прессы, ни силовиков, которые могут перейти на сторону народа. Этого нет в России ничего. В России давным-давно идет эта война, просто она гражданская война, это война власти, очень хорошо вооруженной, богатой, но сейчас менее богатой, со своим народом, который сейчас еще менее богатый в любом случае. Может, вот. Да, война вот идет, хотел она идет с 2011 года, она, в 2011 году, когда были первые многолюдные протесты, эта война началась, и с тех пор она идет. И на самом деле грустно это признавать, но даже аннексия Крыма и все вмешательство Путина в украинские дела – это часть гражданской войны внутри России, а не наоборот. Вот, ну для Путина, в его представлении, во всяком случае. Так значит, то есть, насколько он не верит в то, что в России кто-то против него, он уверен в том, что это внешние силы. То есть он, когда начинал подавлять протесты первые, ему уже казалось, что он с Америкой воюет. Но ведь получается, что тогда Запад, если так можно сказать, по-прежнему заблуждается, надеясь, что вот эти жесткие санкции помогут народу восстать против Путина, потому что в результате все-таки холодильник победит это телевизор. Это абсолютно исключено. Это абсолютно невозможный вариант, это совершенно исключено. Люди, которые уже сейчас деморализованы, подавлены, голодны, обмануты и так далее, просто стали и станут еще более несчастными. Кроме Путина, который их подавляет, в это включается весь мир, который будет их подавлять. А Путин и рад, он всегда, когда что-то не то, когда санкции были давно еще, после Крыма введены против него и его товарищей, он в ответ вводил санкции, которые били по россиянам. Да, вот у нас переставали, не знаю, сыром нормальным торговать. Просто люди не могли купить в магазине вкусный сыр, а яблоки из Польши давили бульдозерами. Вы думаете, Путину от этого было хуже, от того, что у него-то было сыр и яблоки, и все, что захотел? Все в порядке, да. Да. Поэтому все эти санкции, не значит, что санкции не нужны. Санкции ослабляют государство, ведущее войну экономически. Да. И в этом смысле, наверное, в этом есть логика. Но с точки зрения морального давления на население, это абсолютно мимо. Ну, смотрите, Михаил Шац уже, по-моему, высказался по поводу того, что запрет на вот монетизацию на территории России YouTube сейчас убивает последние возможность им вести какую-то оппозиционную деятельность. То есть, получается, что санкции... Это чистая правда. Это, во-первых, этой возможности уже толком нет сейчас, чтобы не говорил Михаил. Во-вторых, ну, как сказать... Это все равно, что говорить урагану, знаешь, а я всегда был за экологию, мой дом, пожалуйста, пощади. Ураган сносит все дома, и ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому ну, мы тоже жалуемся вместе с другими россиянами, те, кто против власти, уехали за границу,
а у нас отключили карты, мастер-карты и визы. И, мы не... и в России эти карты, у кого они есть, действуют, работают, а для всех уехавших нет. То есть... Получается, что наказаны этой санкцией конкретно все уехавшие. Угу. Может, среди них есть 2-3 беглых олигарха, но в олигархах, я так подозреваю, не только в российских банках деньги лежат. Вряд ли они этим наказаны. Вот. Ну, а у меня, например, только в российском банке деньги лежат. Я не имею к ним доступа, они в это время обесценивают. Но я не жалуюсь на это. Мне кажется, сейчас, когда происходит то, что происходит, вот там бомбят роддом в Мариуполе, ну, как на этом фоне жаловаться, что у тебя MasterCard не работает? Это совершенно смехотворно. Поэтому, ну, все-таки человек виноватый в том, что оппозиция сегодня не может воевать с Путиным и абсолютно бессильно, это сам Владимир Путин, может быть, сама оппозиция, но уж точно не YouTube, который, ну, просто механически включается в глобальную блокировку России как государства-террориста. Ну вот я понимаю, что вы не политик, но вот мы знаем, сейчас ответ уже принимают довольно много, ну относительно много, конечно, это не сравнить с Польшей, беженцев с Украины, но и несколько людей из России тоже переехали, но в конце концов вы тоже в какой-то степени беженец, пускай по политическим мотивам, да, Москву никто не бомбит, но все равно вы вынуждены фактически спасать в какой-то степени себя и семью, если вы не согласны вот с тем, что происходит. В общем, получается, что так. Ну, я просто не хочу говорить слово «беженец», потому что оно сразу как-то нивелирует настоящих беженцев, терпящих настоящие бедствия, украинцев. Ну, как мне себя с ними сравнивать? По-моему, никак. Но вы морально готовы к тому, что вам придется в Латвии задержаться, ну, я так буду дипломатически говорить, более длительное время? Вы так говорите, морально готовы, потому что как будто задержаться в Латвии, это какая-то просто катастрофа и беда. Нет, не в этом дело, просто из того, что... Нет, я же не в этом дело, просто вы сказали, что мы решили задержаться, я думал, что вы, еще говоря, что неделю все закончится, что вы все-таки как бы из серии еще не распаковываете чемоданы. Я же не говорю, что это какая-то там тюрьма или еще чего-то, да, может быть, это очень хорошо, но... Нет, смотрите... Чемоданы мы уже распаковали, вернуться мы в Россию, если все изменится, запаковав чемоданы обратно, сможем моментально, и я очень бы этого хотел. Вот просто сейчас я не вижу такой возможности. А сколько будет длиться этот промежуточный период, сегодня не знает никто, как никто не знает ответа на вопрос, сколько будет еще тянуться война. Но в Латвии мне очень хорошо. Просто это как бы не мой дом, а страна, где у меня друзья, и... Я люблю и всегда любил, и я в детстве еще здесь бывал, и у меня здесь огромное количество близких людей, ну, не родственников, но действительно друзей. Поэтому чувствую-то я себя здесь прекрасно. И вопрос, морально готов ли я задержаться в Латвии, скорее, это вопрос, морально ли готов ли я некоторое время не возвращаться в Россию. Да. На сегодняшний день мне морально невозможно в России сейчас быть, в нынешней. Понимаете, где нельзя слово сказать, где детей уже сажают в тюрьму, а девушек молодых пытают, у людей проверяют их мессенджеры в телефонах в аэропортах, нарушая все вообще конституционные, так уж давно шаткие, еле-еле действующие принципы. Ну, я не понимаю, как там быть, я не понимаю, как заниматься моей работой, что я буду людям рассказывать про новые фильмы, которые в России все равно не выходят. Что мне делать-то там? Весь смысл моей деятельности в России многолетней сейчас потерялся, но я тут не одинок, смысл деятельности очень многих людей в одночасье потерялся. Когда идет война, как бы непонятно, что делать. То есть в некоторых ситуациях надо воевать идти на той стороне, которую ты считаешь правой. Но я не могу воевать против России, Россия все-таки моя родина. Поэтому все, что я могу, это удалиться от эпицентра угрозы, каковым сейчас для меня является мой родной город. И говорить хотя бы открыто, не боясь об этом, о тех вещах, которые я считаю недопустимыми. Эта война недопустима, я об этом все время говорю. И буду продолжать говорить, может быть, мое слово кем-то будет услышано, а может быть, нет. А скажите, вот вы упомянули про санкции в России, то, что сейчас не выходят фильмы голливудские. Насколько вот эта ситуация, будет ли она... рассмотрено, например, российским кинопрокатом как катастрофа, ну, то есть закрытие кинотеатров, или наоборот, толчок для развития отечественного кино? Я не знаю, есть безумцы, которые говорят, что нам же лучше, когда уйдет Голливуд. Но не будем забывать, что весь подъем российского кинопрома в последние 20 лет связан с приходом, легальным приходом Голливуда. Из-за этого построили и оборудовали новые кинотеатры, из-за этого
возникла система единого электронного билета, из-за этого просто деньги потекли в этот сегмент бизнеса. И эти деньги позволили осмелиться, начиная с Тимура Бекмамбетова с его «Ночным дозором», и россиянам снимать большие фильмы. И иногда эти фильмы становились блокбастерами, то есть зарабатывали огромные деньги тоже наравне с голливудскими. Без этого, этой голливудской среды, как эти блокбастеры будут жить, пока для меня загадка. Кроме того, мне кажется, некоторые темы, вот эти военные, патриотические, которые и раньше-то крайне редко находили отклик у зрителей, то есть можно по пальцам одной руки посчитать военные фильмы, которые были в прокате успешны. Их мало. Фильмов было много, а успешных среди них было мало. Вот. А сейчас, мне кажется, люди вообще не захотят это смотреть. Да и власти, наверное, будет казаться опасным снимать и показывать фильмы про войну, пусть даже праведную, когда они запрещают само слово «война», заметьте. Вот. Кроме того, сейчас будет обрушиваться, уже начинается экономика. Откуда будут эти гигантские невозвратные деньги на съемки кино? Я тоже себе не представляю. То есть я не очень разбираюсь в том, как технически, откуда эти деньги берутся и бросаются на эти съемки кино. Но сейчас фильмом уже ничего не исправишь и не изменишь из того, что происходит. Посмотрим, что будет. Мне-то представляется, что российский кинобизнес просто умрет, если война не закончится немедленно, политическая ситуация не изменится, и Голливуд не начнет возвращаться в Россию. Скажите, вот насколько идеология имеет значение, для, ну вот пропаганда для российского кинематографа? Потому что я замечаю, что несмотря на то, что да, вот есть откровенно там «Защитники», например, фильм, который ну абсолютно такой вот, даже выглядит абсурдом, но тем не менее, вот если посмотреть на российское кино и сериалы, мне кажется, что пропаганда входит исподволь. Вот появляется очень много каких-то фильмов, которые героизируют, например, работников, ну, там, НКВД, появляются честные там генералы ФСБ с прошлым КГБистским, которые выявляют... Да, это огромное количество. Да, да, да. Огромное, вот это... огромное количество. Последние лет 15 это прям растет как на дрожжах. Вот это вот... Да, вот именно вот эта тенденция, вот нет ли здесь вот то, что вот насколько более тонко, может быть, это действует, и пропаганда сейчас проникает и зомбирует вот людей еще даже на этом уровне? Знаете, ну, у меня есть тут своя концепция, может быть, она не вообще неверна, но я много над этим думал. Мне кажется, люди за границами России, а некоторые люди в России, очень сильно преувеличивают воздействие пропаганды. Почему вы вообще считаете, что люди в России массово все верят в Путина, любят Путина, поддерживают Путина? Зачем мы тогда эти... миллионные армии силовиков для репрессирования всех несогласных. Зачем тогда ему сажать всех политиков, даже уже из КПРФ, которые идут в оппозицию «Единой России»? Зачем фальсифицировать выборы? Зачем врать солдатам, что они едут не на войну, а на учение? Зачем, если всем промыты мозги и все верят Путину? Мне кажется, проценты КПД, пропаганды, мы видим эту пропаганду, когда мы все ужасаемся, думаем, так вот, что думает простой человек. Но мы же находимся в голове Владимира Соловьева в этот момент, а не в голове простого человека. Простой человек, конечно, в России запуган, он помалкивает. И если к нему придет любая, даже западная социологическая служба и спросит, а ты Путина-то поддерживаешь? Он скажет, конечно. Конечно, да. Потому что он не хочет, чтобы ему по шее за это дали. А если он скажет, Путина поддерживаешь, ну тогда бери автомат, пошли воевать на Украину. Как вы думаете, многие пойдут? Сейчас кто-то эту цифру распространяет. 70% населения в России поддерживает войну на Украине. Но на самом деле ведь это неправда. 70% опрошенных, совсем не населения, поддерживает так называемую спецоперацию на Украине. То есть это те люди, которые принимают конвенцию, что там идет спецоперация, никакой войны нету, роддом не бомбили, мирные жители живы, все в порядке, а Украину захватили нацисты. Давайте подойдите лучше к людям в России, задайте им вопрос прямой по-другому. А вы поддерживаете войну с украинцами и бомбежку мирных городов и жилых кварталов? Как вы думаете, многие люди даже с промытыми пропагандой мозгами скажут «поддерживаю»? Я думаю, и 1% не наберется на всю страну. Все скажут «нет». Но Россия огромная. Есть целые области, где люди вообще не знают, что такое интернет. Вот верите или нет? Я был... В прошлом году был на Чукотке. Вы живете в Латвии. Кажется, что интернет есть на каждой ферме. Я был на Чукотке, был в Якутии. Там интернет-то просто очень дорого. Люди не могут себе это позволить многое. У них работает два канала телевидения. И то с перебоями.
И они не знают никакой другой альтернативной картины мира. Это, кстати, даже не значит, что они телевизору верят. Просто им неоткуда узнать. Угу. А Путин 20 лет уничтожает независимые СМИ, независимую точку зрения. Сейчас даже Facebook заблокирован. Понимаете? Поэтому, как, прежде чем обсуждать, насколько исподволь пропаганда в кино или в телевидении влияет на людей, сначала давайте подвергнем сомнению сам этот тезис, что все люди поддерживают Путина. Понимаете, Путин все время, пропаганда все время нам врет. Она все время рассказывает какую-то ерунду. Вот она рассказала ерунду про то, что на Украине нацисты. Мы понимаем, фигня. Рассказала ерунду, что мы не нападали на Украину. Мы понимаем, фигня. А потом пропаганда говорит, кстати, 70% населения поддерживает Путина. И тут мы все такие, ну да, это, наверное, так и есть. Почему мы этому верим-то? Какие были независимые способы проверки этой информации? С чего мы это взяли? В день начала войны, 24-го, у меня лекция была в Самаре. Я в этот день совершенно какой-то оторопи прилетел в Самару. У меня там был полный зал зрителей, слушателей в местном большом кинотеатре. Несколько сотен человек. Я вышел на сцену, говорю, началась война, это преступление, это кошмар, что мы будем делать и прочее. Люди единодушно овацией встретили эту речь, вы знаете? Ни один не закричал, а где вы были 8 лет назад? Да, да, да. Или Путин все делает правильно. Поэтому наше представление о глубинном народе, мы в этом случае действуем сами как жертвы пропаганды. Это не значит, что нет людей, поддерживающих Путина. Во-первых, у него гигантская армия, наверное, 10% населения страны, просто людей, работающих на него. Силовики, чиновники. Я, кстати, не думаю, что там все с ним согласны. Но, наверное, большинство, они бенефициары, им терять нечего. Угу. Есть, наверное, еще 10% безумцев, которые верят всем этим байкам про биологическое оружие и прочее. Но я думаю, что остальные 80% делятся на 20-30% резко несогласных, и примерно 50 просто совершенно индифферентных, забитых, не имеющих своего мнения ни о чем, они не поддерживают войну, они не против войны, они просто хотят, чтобы их не трогали. Ну, конечно, ждать от них, что они сейчас возьмут оружие, или хотя бы даже плакаты и восстанут, совершенно бессмысленно, этого точно не будет. Они понимают, что за это никто им спасибо не скажет, их все равно будут обвинять в происходящем. А в голове им надают, и в тюрьмы их посажают. И те люди, которые из Европы все еще безопасны, если исключить из этого разговора Украину, из безопасной, чистой, демократической Европы начинают учить россиян тому, как надо протестовать, как надо демократией заниматься. Ну, приезжайте в Россию, поживите 3-4 годика, и потом вернитесь обратно и скажите, что вы теперь об этом думаете. У нас немножко иначе все устроено. У людей чуть-чуть другие права, точнее, вообще никаких. Да, это, кстати, очень хорошо рассуждать, пользуясь какими-то демократическими традициями, не знаю, там, Швейцарии или Бельгии, да, даже Латвии, да, когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что чуть-чуть иная демократия, так говоря, мягко говоря. Но, кстати говоря, про демократию... Люди в России не верят, что есть какая-то демократия, и Путин не верит, никто не знает, есть ли это демократия. Никто ее не видел в глаза никогда в нашей стране. Даже при Ельцине? Откуда люди знают, что она вообще бывает? Даже при Ельцине? Даже при Ельцине. Вы знаете про выборы 96-го года? Да. Народ-то выбрал, на самом деле, Зюганова с Жириновским, а президентом стал Ельцин. Да. Ну, как бы, о чем тут говорить вообще? А вот говоря про исторические параллели, я просто сейчас читаю, ну, перечитываю Акунина «Историю государства российского» и момент вот с Иваном Грозным, когда вот он пишет о том, что ну, тотальные репрессии, неудачная война с Ливонией, беженцы, которые, ну, перебежчики из России, которые готовы были куда угодно бежать, только бы от этого царя спрятаться, невероятные какие-то вот совершенно параллели, ощущение какое-то, что ты читаешь вот, ну, современную хронику, эти вот исторические параллели. Параллели, вот как вам кажется, не является ли вот почему-то вот пример Грозного, который очень нравился Сталину, тоже нынешним, может быть, властям очень симпатичен? Да, может быть, но напрямую они об этом не говорят. Но, во-первых, они все время себе противоречат. Говорит Путин, у нас там срочники не воюют. День спустя, бам, воюют. За неделю до нападения на Украину. Нет, никакой войны с Украиной не будет. Потом раз, началась так называемая спецоперация. Поэтому, ну что, он тоже много лет говорил, что Сталин очень плохой. Ну и что, а толку-то? Репрессии все равно есть, имперское сознание во всей красоте представлено. Угу. А вот вы, как граждане России, все-таки понимаете, а чего хочет ваш президент? Не знаю, я не хочу называть его своим президентом. Нет, я понимаю, да. Да. Ну, не знаю, понятия не имею. Мне кажется, у него какая-то искаженная картина мира в голове, и он хочет чего-то добиться, исходя из этой искаженной картины мира. Вот. Но это же у него в голове эта картина мира.
Он точно очень оскорблен тем, что рядом с ним находится страна, которая когда-то была колонией России, да, в советское время, да и в российское до этого, которая ведет себя как-то независимо, позволяет себе демократию, позволяет себе оппозицию, позволяет себе скидывать президента, и ему хочется их за это наказать и показать, кто тут главный. Это точно. Может, он сам так это для себя не формулирует, а может, даже и формулирует. А все остальное – это всякое геополитическое бла-бла-бла, ничего не значит. Что дальше будет с журналом «Искусство кино»? То есть даже указано то, что сейчас появился временный главный редактор. То есть я понимаю, что вы сложили себе эти функции? Ну, пока что да, но это временно исполняющий обязанности главного редактора. Ну как я могу быть главным редактором на расстоянии журнала? Это же физический журнал, бумажный. Надо находиться там, заниматься версткой, вычитыванием материалов. Это на расстоянии делать почти невозможно. Мне кажется, что журнал выживет, никуда он не денется. Может быть, какое-то время он не будет выходить, там, несколько месяцев. Это не катастрофа. Такое было во время Второй мировой войны, она же Великая Отечественная. Может быть, и сейчас у нас опять война. Вот. Уверен, что журнал выживет. Это старейший журнал в Европе, он 90 лет живет. Переживет он и это. Вот. Как именно он будет выходить и о чем будет говорить? Ну вот сейчас, в эти конкретные недели, к счастью, это не моя головная боль. А потом, надеюсь, будет опять моя, и все будет хорошо. Но посмотрим, будущее туманно. А скажите, вот то, что российское кино сейчас оказалось вообще вне фестивалей, ну, то есть игнорируемо вот мировым кинематографическим сообществом, к чему это может привести, то есть насколько важно участие ну, вот, российского кино в каком-то общем мировом процессе? Это очень сложный вопрос, и пока идет война, у меня нет какого-то определенного ответа. Я вообще понимаю тех, кто хочет любое российское участие сейчас ограничить или просто прекратить. То есть, конечно, режиссерам больно и плохо, но они же терпели, когда во времена ковида только что фильм ждал своей премьеры год, например. Мне кажется, сейчас имеет смысл дождаться того момента, когда Россия перестанет быть государством, ведущим войну и убивающим людей каждый день. Вот, потому что сейчас, ну, мы можем нюанс разбираться, кто из режиссеров за Путина, кто выступил против войны, молодцы те, кто выступили против, плохо, если кто-то был за, может, они тоже одумаются, но вот представьте себе фестиваль любой, не знаю, Венеция, фестиваль, там же как говорят, в конкурсе участвует Россия с фильмом таким-то, даже если фильм не государственный, режиссер представляет страну все равно, как спортсмен представляет страну. Как ученый на какой-то конференции. Россию представляет микробиолог такой-то. Слово «Россия» сейчас ассоциируется с чем-то очень плохим. И люди не хотят этой ассоциации. Они всегда, все, кто сейчас отказывают россиянам там в участии, пишут ничего личного. Это не про тебя, а про страну. Ну, это жестко несправедливо, но это совсем не самая большая несправедливость, которая сейчас творится на Земле. Самое большое творится на Украине, и в этом виновата именно Россия. Культура отмены, то, что сейчас, в принципе, ну, мы видим, что на фестивалях, это касается уже даже не современников, а снимают с программы произведения Чайковского, отменяют лекции о Достоевском. Вот это перегибы, которые пройдут, или что это? Я надеюсь, что это пройдет, это момент. Русскую культуру никуда не денешь и не отменишь. Но вы знаете, я вот разговаривал с одной коллегой из Франции, и она сказала мне, что себя как-то неуютно чувствует от того, что сейчас во Франции выходит в повторный прокат какой-то из старых фильмов Михаила Колотозова. Вот Колотозов – великий режиссер, это бесспорно. «Летят журавли, побеждавшие в Каннах» – это шедевр. И это фильм, но это фильм о чем? О том, кто такие русские на войне. Это жертвенная нация, которая погибает, чтобы спасти весь мир. Чтобы принести свободу миру, русский солдат готов погибнуть. И это несчастье, и в то же время это счастье со слезами на глазах. Нынешние события полностью все это опровергают. Кажется, что Колотозов используется здесь как такой щит для того, чтобы не увидеть то реальное, что сейчас Россия делает. Понимаете, о чем я говорю? Колотозов не виноват, но сейчас он неуместен. И неисполненная где-то увертюра Чайковского 1812 год, ведь это музыка, посвященная победе великого русского народа над диктатором, императором Наполеоном. Но сейчас немножко другой император в другом месте ведет войну и с другим знаком. И это кажется неуместным. Чайковский никуда не денется. Если его не будут исполнять даже там 10 лет, от этого его музыка не станет хуже, не померкнет. Всегда есть записи,
А любые исполнения, которые выглядят как какие-то манифестации, что-то не то заявляющее, сейчас могут быть, ну, действительно несвоевременными. Вот что я думаю. Сам я, если бы от меня это не зависело, конечно, не взял бы на себя смелость ничего отменять. Но я эти отмены сейчас абсолютно понимаю. Ну, то есть это как в Израиле не играют музыку Вагнера. Да, я, кстати, тоже это не поддерживаю, потому что Вагнер вообще мой любимейший мой композитор. Но я же не израильтянин, поэтому я не пытаюсь им говорить, а вы должны слушать Вагнера, потому что он классный. Если им это болезненно, значит, и хрен с ним, с Вагнером. Мир на нем не зациклился. То, что сейчас вот попытка государства, я имею в виду российского, в ответ на санкции практически легализовать пиратство. Вот Роскомнадзор исключил из списка запрещенных сайтов Рутрекер, по-моему. Вот это как вы расцениваете? Как логичное продолжение всего происходящего. Россия становится пиратским государством, отрицающим законы, в том числе собственные, и вторжение в Украину именно это доказывает. Ну, тут уж снявши голову по волосам не плачут, чего уж тут думать о соблюдении законов авторского права. Плевать на них. Кинопроцесс вот сейчас, то, что, ну вот если отвлечься от темы войны, что сейчас происходит в мире кино, вот есть ли что-то, ну то, что может вас заинтересовать на фестивале, на какие-то последние интересные какие-то события, фильмы, что бы вы отметили? Ну, честно, я вообще не в состоянии сейчас про кино думать. Uh-huh. Сейчас идет «Бэтмен» по всему миру. Вот, и «Бэтмен», ну, классный фильм. Ну, я, кроме вот слов «классный фильм», сейчас из себя ничего выдавить даже не могу. У нас для вашего «Радио Долин» была снята большая, подробная, очень интересная передача про этого «Бэтмена». Но я, во-первых, у меня уже из головы даже вылетело все, что я там говорил, все, что мы делали. Это все потеряло свою актуальность моментально. И совсем не только потому, что в России этого «Бэтмена» так и нету в кинотеатрах, и он не выйдет. Просто это все идет мимо сознания. Ну, наверное, ближайшее событие, которое кино как-то можно попробовать приспособить к нынешнему нашему состоянию, это грядущее 90-летие Андрея Тарковского, начало апреля. Один из фильмов Андрея Арсеньевича «Жертвоприношение», когда человек готов пожертвовать полностью собой для того, чтобы спасти мир. Мне кажется, сейчас этот фильм не выходит из головы у многих. У меня точно. Я вообще с этим жертвоприношением сейчас встаю и ложусь. Вот. И поэтому, наверное, поговорить о Тарковском несколько недель спустя нам все-таки хватит моральных сил, и это не будет так уж неуместно. А может быть и будет, я не знаю. Может быть, такой последний вопрос, ну, исходя из того, что вы говорили в самом начале. Если вдруг произойдут изменения во власти, вообще российская власть изменится? Россия изменится? Или это невозможно? Ну, нет никакой монолитной России. Это сейчас особенно хорошо видно. Нет никакой России, которая изменится. Есть система власти, которая сейчас тоже трещит по швам. Потому что я уверен, что вокруг Путина куча людей, не согласных с тем, что он делает, но просто уже они не могут ничего изменить, отыграть, поэтому они делают вид, что согласны. Вот. Россия изменится, я думаю, кардинально. Сейчас нет вообще вариантов, чтобы она не изменилась. Но как она изменится? Какую сторону? Россия 90-х была другая. Да. Представить себе в 90-х, что Россия нападает на Украину, совершенно невозможно. Ну, невозможно. Вот. А представить себе в 60-х или 50-х, что она нападает на Венгрию или вводит танки в Прагу, более чем возможно. Россия разная была в разные времена свои. Она всегда была империей. Может, она, наконец, перестанет себя осознавать империей, и в этом тоже какой-то вариант для выхода. Но я не знаю. Это надо спрашивать каких-то геополитиков, политологов. Я-то чего? Я же кинокритик, я смотрю на культуру. В культуре нашей тоже очень много вот этого имперского, но много и антиимперского. Есть книжки или великие фильмы, которые оправдывают этот милитаристский дух, а есть, начиная с «Войны и мира», которые яростно сражаются с этим милитаристским духом. Понимаете? Российская культура, как и российская история, как и российская политика, как и российское общество не монолитны. Они никогда не были монолитны. Но сегодня они в особенности не монолитные, когда существует колоссальный раскол в обществе. Знаете, мы выпустили, вот вы говорили сегодня немножко про искусство кино. Последний номер, который мы успели выпустить, сам под моим руководством, он вышел на прошлой неделе. Первый номер этого 22-го года, проклятого теперь навсегда. И он антивоенный. Так совпало. Мы готовили его как антивоенный.
И он начинается с восстановленного Николаем Изволовым фильма Дики Вертова «История гражданской войны». И много-много статей о гражданской войне в российском кино. А вывод один, такой простенький, но очевидный, что гражданская война еще идет. Угу. Понимаете, она не закончилась. В российском обществе никто не знает, кто был прав, белый или красный. А ведь эти люди друг друга ненавидели и убивали. И мы не имеем ответа на этот вопрос. Так какая же Россия? Россия – это Россия Набокова и Бунина, написавшего «Окаянные дни»? Или это Россия Бабеля и Платонова? Видите, я не беру Фадеева или каких-нибудь других плохих писателей. Да. Я беру гениев. Вот. Но они с разных сторон баррикад находились. Поэтому, ну, как бы, Россия Шостаковича или Россия Стравинского? Вот. Mm-hmm. Нету ответа. И сегодня его нету тоже. Найдет ли кто-то этот ответ для такой гигантской старинной и мощной культуры и цивилизации, как российская, я думаю, никакое сведение к общему знаменателю, в том числе сведение к общему знаменателю, что люди обезумели, кровожадные и вместе с Путиным хотят смерти всем украинцам, это все не является ответом на вопрос. Это все непростительное упрощение. А что было, как вы думаете, раньше, курица или яйцо? Вот Сталин, который под себя подминает страну, или страна, которая вот ищет нового лидера и выбирает вместо Троцкого романтика революции жесткого управленца? Я не знаю. У меня, правда, на это все интересный вопрос. У меня нет никакого ответа. И у меня так туповато пульсирует в мозгу одно. Пусть закончится скорее война. Потом мы займемся с вами аналитикой. Я с удовольствием с вами порассуждаю о том, что ждет Россию. Что было бы, если бы вместо Сталина России правил Бухарин. Это всегда была моя мечта, например. Вот. Но этого же не было. Ну, Бухарину нравились стихи Мандельштама и Пастернака. Вот, и прочее, прочее, прочее. Ну, что сейчас об этом говорить? Я с собой взял в поездку, схватил, несколько книг с собой взял, более-менее хаотично. Каких? В сумку взял книжку стихов Хлебникова. Мне кажется, он сейчас с его заумью бессмыслицей, уходом вообще какого-то логоцентризма, самый уместный в России поэт и вообще для русского языка. Надо его изучать, надо будет заново перечитывать. Пока не хватает сил его открыть, но надо будет это вскоре сделать. Ну что, спасибо большое. Огромное. Да. Антон Долин был с нами на прямой связи. Огромное спасибо, что нашли время поговорить с нами. Пусть закончится война скорее. И... Да, это точно. Спасибо. До свидания. Давай, удачи. Радио Болткома.